представьтесь, пожалуйста, расскажите о том, кто вы, какую должность занимаете. Фридкин Владимир Мордухович, профессор кафедры мосты и тоннели Института путей сообщения и сооружений Российского университета транспорта МИИТа. Очень приятно. Сегодня я глубоко убежден, что струнный транспорт в ближайшие десятилетия станет массовым явлением во многих странах мира и внесет огромный вклад в развитие и обеспечение безопасности нашей цивилизации. Такое убеждение у вас возникло от увиденного? Да, от увиденного сегодня, потому что, занимаясь около 30 лет канатными висячими системами и мостами, которые эксплуатируются и сейчас, не просто было бы так сделать такие выводы на основании недостатка информации. Сегодня отлажено и продумано, и даже реализовано пока в опытном порядке техническое решение струнной транспортной системы для нескольких вариантов перемещаемых грузов при различных пролетах опор. Думаю, что любой из вариантов, четырех вариантов, которые сегодня я увидел на полигоне, будет внедрен и не только в Республике Беларусь, но гораздо в больших масштабах и в Российской Федерации, ну и, наверное, во многих других регионах мира. А до того, как увидели, был ли скепсис какой-то? Был скепсис, потому что я не видел технического решения надопорной зоны кабеля. Я о нем не знал. И не знал о решении скрыть сам напряженный кабель внутрь оболочки стальной. А сегодня я увидел этот прогресс инновационный, и он ставит все на место. То есть струнному транспорту быть, вы считаете? Струнному транспорту быть непременно. А простите за, может быть, такой специфический вопрос, но известно нам, что МИИТ в свое время проводил экспертизу струнного транспорта, и она была отрицательной. Да, я был участником, потому что на то время не было вот этого решения перехода через пилоны мостов, и это, пожалуй, одно из самых таких тонкостей, которые я сомневался. И, кроме того, мне казалось, что эти системы не будут производительными и эффективными. Если бы вы сделали экспертизу струнного транспорта сегодня, как вы считаете, какова она была бы? Только положительная, и мы будем сейчас работать над отладкой, отработкой уже подготовленных специальных различных материалов, технических условий для ее реализации и эксплуатации. Спасибо большое.